Здравствуйте все, здравствуйте первокурсники, мы рады вас видеть, рады, что вы приходите, продолжаете наше дело, потому что учиться в университете в Гаише очень здорово. Надеюсь, мы все надеемся, что вам очень понравится, что у вас останется куча приятных воспоминаний, как вот на таких фотографиях, которые вы сейчас увидите. В нашей фотографии их было очень-очень много, и мы решили выбрать в порядке генерально свободных чисел. И мы не знаем, какой курс, какому идет порядку, но то, что вы будете видеть, они будут для нас сюрпризом. То есть это такой лучший вариант экспромта. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь. И сопротивление бесполезно, естественно. Это Астрахань. Мы ездили с вами. Мы ездили с вами всей группой из Армении. Да. Это было 29 марта 2006 года, мы смотрели с Армении. Да. Первая стипендия, тоже первый курс. Хорошо, тогда их много. Большое. Это уже после САУ, после третьего курса. Это мой день рождения. Это САУ, все замечательно. Мы ходили в походы, фотографировались. Это первый курс? Первая САУ. А, вот и Надя, да. Некоторые участники уже нас партнеры. Например, вот этот вот ленивец Андрей пришел на физтех. Так что не надо смотреть на них вниз головой. Это опасно. Это прекрасные горы Кавказа. А это мы внимательно слушаем лекцию на телескопе. Это, я не помню. Борисов, Оля. Да, это тоже САУ. Мы поднимались на гору Корабль. Я думаю, вас это все тоже САУ. Надо же довольно у нас хороший порядок. САУ тоже. А это Паша. Это уже САУ после третьего курса. Паша у нас фотограф. Но начинал с улицы, сейчас уже хороший порядок. Это после третьего курса тоже САУ. А в Москве бывали? Но, понимаете, в САУ это самые яркие эмоции. Нет, это верблюд, это не корабль. Это Ваня. Это такой красивый вид открывается. Вот, это САУ после третьего курса. Да, как? А это был у нас на третьем курсе равноденствия, у меня был день рождения в этот день. Вот. Это Черкесск, да, мы его и гостям. Ой, это Маша плывет в интеграцию. Она единственная девушка из всей людей, кто ездил в САУ, которые туда плыли. Мы там скупались! Ой, это мы что-то хотели сделать в Кавнадесу, но тут нас... Но у нас, да, обычно ничего не получилось. Ю-ху! Лично пытался нам в этом помочь. О, это уже шестой курс. У нас теперь новый маленький одногруппник, видите, вот. Да. К сожалению, нет сейчас. Это Тёма, который очень сложно поймать гадов. Это 23 февраля этого года, мы поздравляли мальчика Леденцами. Это Оля. Поздравляет мальчика. Да, это первый курс Астрахани. Тоже. Это третий курс, мы готовились к Астропосвяту. Да, привет, Павлович. Это тоже третий курс. Это на самом деле наша традиционная фотография. После каждого организации мы фотографируемся на этапе всей группы. Всем, кто кого удается собрать. Как ни странно, эти фотографии получаются одна неудачная и другой. Все, что вы здесь видите, это то, что мы смогли выбрать. Давай. Это тоже после равноденствия. Это Астрахань. Это САУ. Тёма нас отлично готовит, только я вам ни разу не пробовала. Но говорят, да, знающие люди говорят, что очень вкусно. САУ. Это вот мы с Арменией наблюдаем. Да, готовимся. Это последняя лекция, которая у нас была в нашем университете. Да. Один из нашего курса. Это когда мы сдавали историю астрономии. Это наше прошлое выступление на... Отличное выступление, надо заметить. Самое удачное выступление из всех, которые у нас были.
Но, к сожалению, никто этого не оценил. Мы переделали передачу «Модный приговор». Это наш первый посвят, наш флаг. Вот мы еще все маленькие. Это конец первого курса, мы сдали последний экзамен. О, это мы с Элли нашли Воланда. Представляете? Там специально там все в стиле «Мастера Маргарита». И вот опять же, это недалеко от моего, даже от Скрипта Мира. Это Саввит. О, это мы ездили в Буревестник этим летом. Вот Паша у нас чудесный переплатился в Дуэлю. Это такое выступление с автором посвятом. Третий курс. Это день физика. А это мы ездили в Питер к нашим приятелям, как нашим коллегам, да, на их весеннее младенство, там сейчас это я. Это тоже музей, впрочем, это астрономия. Писал. Вот, это наш первый посвят, наш Андрей, который открывался. Это Буревестники мы. Это Питер, опять же. А это СМЕШ, мы заметили. Сложно было не заметить. Мы решили поделиться. Вот это Гена в образе «Устал зайц». Это всем известная библиотека ГАИ. Мне очень нравятся эти буквы. Сал. О, а это мы фотографировали Буревестник. Вот это, можете смотреть, движение спутника. Это опять же Сал. Нет, не все еще. Нет, нет, давай пощелкай вперед, а мы не видим. Ну, ладно, не считаешь, что... Это все, Ваня, все, вы привесники. Эта фотография стоила 100 рублей. Да. О, это гаишник отряд, гаишник поставить на кухолаке. Там еще явление интересное. Каждому гаишанину, да, да, там. Бесплатные, бесплатные. О, это в САУ такой кадр очень атмосферный. Получилось, как будто это ужас. Да, это день рождения Вани. На первом. Это Буревестник. О, это на лекция по Мутану, по-моему, первому. Надо было посматривать. Это интерпретация. Это ответственно. Вот это. Это бесконечный мотиватор, нам очень нравится. Да. Вот, а это мы сдали ГОС. Сдали ГОС, боже. Это тоже мы сдали ГОС. Ой, это Дима тут с моей волшебной палочкой. Ой, а тут еще мы ездили с ребятами на запись передачи «Человек из мира вселенной». Кстати, завтра, послезавтра, продолжаются съемки этой передачи. Так что кто хочет передать? В Останкино. Не, не в Останкино, в другом месте. Это ГОС есть, ГАИШ на пятом курсе. А это тоже в музее астрономии, когда мы сдавали экзамен по истории астрономии. Это Слава. Это Дуфа. На запись передачи. Это все то, что Слава. У нас больше всего фотографий Слава. Самое счастливое время. Это первая весна наша. На первом курсе. Это просто довольно позитивные фотографии. Говорящая фотография. Первый курс. Спасибо. Паша, это команда. Это пятый курс. Тоже год золотой медаль. Это я готовился в конце первого курса. Это наш Паша, который фотограф и играет на гитаре. Он любит машины. А что он занимается астрономией? Это первый курс. Это вот ваш только. Масло это масло. Спасибо большое.
Альма-Матер, у стенах выросли твоих.